Любовная зависимость держится только на мечтах. Как только вы понимаете по-настоящему, что ничего не будет, но это надо похоронить. Так почему раньше не удавалось похоронить? Вроде бы все осознавал. Не составляла факт-карты. Не составляла факт-карты. Это первое. Да. А чем нужны тоже факт-карты? Мы здесь можем отдельно рассмотреть его, например. Угу. Да, и увидеть отсутствие его заинтересованности. Ну, вот. Поэтому, если вы хотите избавиться от зависимости, то придется хоронить. Потому что он не будет сам. И это только вы можете сделать. Потому что это ваша мечта. Не прилетит спаситель. Не прилетит. Ну, вот. Но при этом мы понимаем, что у нас есть под этой мечтой реальность и потенциальное будущее, которое невозможно, пока вы... Не распрощаюсь с этим и не приду вот к этому.